почти 7 утра, глаза закрываются, а мы летим в Архангельск. Первым делом нужно сходить в ресторан правильного питания. Пускай они внизу будут. Так а что нам делать в кресле вместе? Сидеть полтора часа ждать. Давай. Ну, смотрите. Сереж, ну в 6 уже должен начаться запуск, не позже. Сереж, ты слышишь? Нет. С 4 до 6 не успеем. Что? Подождите, а как это работает? Доступное жилье для молодой семьи. А как это работает? Типа здесь нету 16. Ой, а где что, выше? Мы с тобой встречаемся, получается, без 22 внизу. Микрофонная техника для гитарных кабинетов. Конечно, можно еще 421 сюда впихнуть вместо, например, вот этого. Будет тоже весело. Очень большая гримерка. Знаешь, как сделать? Стой, а у нас есть ножницы? Давай просто вот так отрежем, понял? Звучит как картонная коробка, да. Блять. Старший брат Дилаева. Дедушка. Ну, да, скорее дедушка даже, да. Дедушка, их уже не делают. Сколько лет? Лет, наверное, 6 лет не делают. Так. Давай-ка я тебе сапснейки сейчас, ребят, засуну. Судя по развесу колонок, сегодня мы работаем в моно. Центральная часть танцпола забита барной стойкой. Тут бы часть народу
и ту часть народу. Стерео микшировать нету смысла. А что если зеркало подотпустить чуть-чуть? Он будет звучать. Чуть-чуть опусти его, попробуй. Как-то так, вот этот один, который кидали дополнительно, который два лежали, один был с желтой меткой. Это вообще коса. Вот это новый сабснейк, а вот это с желтой меткой, да, он лежит с той стороны. Короче, а этот без метки. Короче, запатчить, я могу в теории, пока я сижу, запатчить тебе. Ты просто скажи, какой из них первый, потом второй завести тебе. Сейчас. У тебя там 22 канала на сцене. Слушай, ну никакого нахуй языка сегодня не будет. Он туда не выйдет, нет. Моя любимая Меса Бугага. Какая разница? Значит, я пишу F. Я пишу F, это будет фойе. Хорошо, F. Фойе и VIP. Просто это все вместе, фойе и VIP, это вот это будет у нас 13-й микс. Это сжигает. И вот это, что ты говоришь, какой аутфил? Celebration tonight. Celebrate. He sat on the wall, Humpty Dumpty had a great fall. All of my G's and all of my men had to make money all over again. I had one foot in and one foot out. I was chasing the bag, not chasing no clout. In and out of banks, I was getting kinda dizzy. Some would say I was married to the Lizzie.